В этом видео мы поговорим о сборе урожая и обработке кофе в Кении. Все начинается непосредственно со сбора урожая, который в Кении собирается два раза в год. В сентябре – основной урожай, и в апреле – так называемый дополнительный урожай. Собирают кофе пикеры. Пикерами называют во всех кофепроизводящих странах людей, которые занимаются сбором ягод с деревьев. Кто же занимается этим в Кении? В Кении этим занимаются в основном сами фермеры и их семьи, а также иногда наемные работники. Этот труд, конечно же, оплачивается не очень высоко. Оплата происходит в размере 400 шиллингов за 10 тысяч ягод. Также иногда собирается урожай в большие ведра весом по 20 килограмм, и они оплачиваются, каждое такое ведро, по 150 шиллингов. То есть от фермы к ферме условия сбора меняются. Также у пикеров всегда есть контроль качества. Они должны собирать только красные ягоды. Для этого при сборе им даются непосредственно фотографии того, как должны выглядеть красные и спелые ягоды, которые напитались сахаром и готовы к обработке, и те ягоды, которые собирать не надо. Соответственно, это зеленые или розоватые ягоды. Далее кофе отправляется на станцию мытой обработки. Мытая обработка обычно происходит на самой ферме или где-то совсем рядом с фермой, например, на территории кооператива, которому принадлежит ферма. Что же происходит в процессе? Ягоды отправляются в депульпатор. Депульпатор – это оборудование, которое снимает с них кожицу и часть мякоти. Депульпатор обычно настроен таким образом, что некоторые ягоды, особенно большие и самые маленькие ягоды, остаются недепульпированными. Каким образом это происходит? Все, что выходит из первого депульпатора, попадает в емкость с водой в середине этого комплекса оборудования. Тяжелый пачмент и тяжелые ягоды уходят вниз и отдельно идут по другому каналу на дальнейшую обработку, а легкие ягоды всплывают и отправляются на дополнительную депульпацию, после чего попадают в специальный танк, который отделяет их от другого пачмента, образовавшегося от плотных ягод. Весь плотный пачмент и ягоды идут на отдельную сепарацию, где ягоды отделяются непосредственно от пачмента. Сепарация происходит посредством того, что они попадают в такой цилиндр, где есть небольшие и большие дырочки. Через небольшие дырочки в начале цилиндра, который постоянно крутится и по нему проходит пачмент и ягоды, отделяется весь пачмент, а ягоды, которые более крупные, уходят из цилиндра позже и попадают в другой канал, и потом из них получается особый грейд, так называемый elephant coffee, то есть большие ягоды, которые ценятся больше и образуют отдельный грейд, они потом отдельно дорабатываются, отдельно депульпируются, сушатся и так далее и тому подобное. После того, как пачмент делится на два грейда, пачмент, получившийся из более плотных зерен, и пачмент, получившийся из менее плотных зерен, он отправляется на ферментацию. Он попадает в специальные резервуары, которые попадает он туда вместе с водой, после чего вода сливается и проходит процесс ферментации. Кофе оставляется в этом танке на некоторое время. Это время может варьироваться от 6 часов до 36 часов, в зависимости от погоды в регионе на данный момент. Когда ферментация заканчивается, кофе также промывают. Через этот танк пропускают воду несколько раз и ждут, пока кофе, пока пачмент не станет абсолютно гладким и очищенным от всей мякоти. Затем в процессе ченнелинга весь пачмент попадает в струю воды, которая довольно быстро течет по специальному каналу. В канале также сделаны небольшие заграждения, и кофе начинает постепенно тонуть в этом потоке, но тонуть он начинает не сразу. Соответственно, утонуть успевает плотный пачмент, и он остается в первой части канала. Дальше потихоньку начинает тонуть остальной пачмент и отделяется тем самым от плотного и более тяжелого. Таким образом также формируются грейды. Дальше весь пачмент отправляется на соукинг. Это процедура, которая применяется не всегда, и цель ее также очистить от остатков мякоти весь пачмент, чтобы он был абсолютно гладким и очищенным. Соукинг – это отмачивание кофе в воде какой-то непродолжительный период времени, несколько часов. Далее кофе сразу же отправляется на сушку. Сушка в Кении делится на две части. Первая часть – это быстрая сушка, в процессе которой первичная влага удаляется очень быстро, и потом
Кофе переносится на длительную сушку, на африканские кровати, где он может сушиться разное время в зависимости от погоды. Сушка происходит только в утренние и вечерние часы, когда солнце не может повредить и раскрыть пачмент. Днем обычно и в слишком сильную жару кофе накрывают, чтобы избежать слишком интенсивного воздействия солнца. Почему стоит избегать интенсивного воздействия солнца? Поскольку при этом влага выходит слишком быстро, и сам пачмент может быть поврежден, что нарушит дальнейшую сушку, и кофе уже не будет качественным. Существует два вида африканских кроватей. Первые применяются для быстрой сушки, а вторые для более длительной сушки основной. А чем же они отличаются? Да в общем и целом почти ничем. Просто на кровати для быстрой сушки кладется более мелкая сетка, которая является более дорогой. А на кровати для долгой сушки уже кладется более широкая сетка с использованием меньшего количества металлов, и там просто накрывается все определенными материалами, и кофе лежит на них. Тем самым фермеры экономят деньги на африканских кроватях, предназначенных для длительной сушки. Сушка на кроватях для быстрой сушки, первичной, проходит до влажности пачмента 25%. Затем кофе перекладывается на африканские кровати для длительной сушки, и после этого пачмент должен сушиться до влажности 11,5%. Почему именно такая влажность? Дело в том, что в дальнейшем, для дальнейшей обработки, кофе не принимают с влажностью выше этой влажности, и придется заново досушивать кофе и опять отправлять его на станцию сухой обработки, что довольно затратно. Поэтому в Кении зачастую кофе отправляют на сухую обработку с влажностью 10%, которая будет в дальнейшем соответствовать влажности выходящего продукта, то есть зеленого кофе. Со станции мытой обработки кофе попадает на станцию сухой обработки. Станция сухой обработки может находиться где угодно, не обязательно очень близко к фермам. И на ней происходят следующие этапы обработки. Кофе очищается прежде всего от пачмента. Он поступает в халя. Это оборудование представляет из себя быстро крутящийся цилиндр с дырочками. И посредством центробежной силы и трения кофе очищается от пачмента. После чего мы получаем уже фактически зеленое зерно. Это зеленое зерно проходит через гигантские сито, которые делят его по размеру. И мы получаем грейды. В Кении существуют такие грейды, как АБ, АА, ТТ. И все они обозначают разный размер зерна. После того, как мы разделили кофе по размеру, его также делят по плотности. Кофе поступает на гравитационный стол. Это такой трясущийся, скажем так, стол, который находится под наклоном. И в процессе вибрации кофе делится на более плотный, который уходит в один канал, и на менее плотный, который уходит в другой канал. И после этого кофе поступает на весы, взвешивается в нужном размере на мешок, запаковывается, зашивается и может быть продан непосредственно покупателю на внутреннем или внешнем рынке. Кофе фасуется в самую разную упаковку. Вообще стандартная упаковка для Кении – это 60 кг. Но также могут быть использованы биг-бэги. Это огромные мешки, которые могут вместить в себя тонну кофе. Иногда используется балк. Это просто гигантская упаковка, которая вмещает в себя полностью, в общем-то, контейнер. Она может достигать 21 тонну. Также для более качественных сортов кофе могут использоваться другие виды упаковки, например, вакумация или использование более маленьких упаковок. Также часто используется crate drop.